Всем привет, вы на канале Сурнов Никита, и это игровой канал... Да вообще нет, вообще-то... Это Скуфанал! Нет, звучит как какой-то раздел порно. Ладно, продолжаем играть в игру, как там, Альтушка для Скуфа. Мы вспомнили пароль, Let's go! как пуп. Созос. Внутренний голос. Сосолог голосос. В прежнем режиме? А что случилось? Почему на этом заостряют внимание? Так, скуф-услуги сейчас откроются. Портал работает в прежнем режиме. Подождите, пожалуйста. Так, в каком разделе тут у них альтушки? Скорее, пока всех не разобрали. А, их как это, в коробке буду доставлять? А в Питер по частям. Ладно. Это специально было не смешно, чтобы быть не смешным. Так, в каком они могут быть разделе? Сука, сделали бы большую кнопку на главной. А вот это не она? Это же самое важное, что тут вообще есть. Штрафы и налоги. Кому вообще это нужно? Так, пенсии и пособия, транспорт и права, семья, образование, дети, земля и дом, здоровье. Здоровье? Ну, навряд ли. Это страховки, больничные, запись к врачам. А как же... Как это... 120 раз в месяц вы должны... Или в год? По-моему, 120 раз в год вы должны заниматься сексом. Это разве не помогает? Няшиться под пледиком это, ну, тупо... Не завуалированно заниматься сексом, а тупо няшиться под пледиком. Откуда там альтушки? А ты знаешь, что публичные дома и в Японии часто называют салонами здоровья? Ну-ну. Откуда ты это знаешь? Это не я знаю, это ты знаешь. Открыв раздел, ты привычно скользишь взором по боковой панели. Запись на прием к врачу, вызов врача на дом, прикрепление к поликлинике, управление полисом РИМ, что? Обычная скучная больничная бюрократия. Как вдруг... Твое лицо озаряется светом радости, счастливой находки. Да ну что, где? В разделе «Популярное» рядом с жирными кнопками «Медицинские документы». Электронная больничная... О, государственная программа доступных альтушек! Я, ну, возможно, это во всех так было бы. Но есть. Скромно пристроилась кнопка «Государственная программа доступных альтушек». А я же говорил! Ну, вы видели? Я же говорил! Эврика! Блин, сейчас так громко буду кричать про каких-то там альтушек на госуслугах. Странный звук сейчас был. Как будто это... Тут реально подслушивают меня. Это все выдумки. Этого не бывает. Только во снах. О-о-о. Вот это шведский стол. Так. Бля, нефорки. Так. Это цундери. Это просто мило. Это, наверное, какая-нибудь сталкерша, да? Сумасшедшая, как какая-нибудь Харли Квинн. Так, ну вот визуально. Ну, сейчас посмотрим еще на голоса их. Какая тебе больше нравится? Нравится. Разноцветная. Тут не угадаешь. Взять, к примеру, эту черненькую. В Тане ты всегда мечтал о готической худой тяночке с тонкими руками и синяками под глазами. Ну, было. А у этой и грудь больше. И чокер. А, у этой чокер. А, это не татуха, это на этом. А, или подожди, это рука. Просто, как... А, ну да, или нет. Подождите, вот это как будто майка. Это часть руки. А это типа этот... Ну, вот такая же штука, как... Типа перчатки. В тонких... В капроновых чулках с пентаграммами.
ключицами такими тонкими, что, кажется, о них можно порезаться. Да чего уж тут. Каждый втайне мечтал о такой хоть раз. Ну, розовенькая было. Тоже очень милая. Ну это, блин, это чисто аниме-персонажи. Не знаю, в реале же с такими... Таких нет. В реале, если что, они пукают. Минус или плюс? По-моему, плюс. Розовенькая тоже очень милая. Но они пукают, они как змеи. Типа, бесшумные, но смертоносные. Ты сразу же представляешь, как это нежное создание появляется на пороге твоей квартиры. Ты предлагаешь ей тапочки, она отказывается и своими маленькими ножками, обтянутыми белоснежными нейлоновыми колготками, ступает по твоему грязному полу. Переступая порог твоей спальни, робко садится на край незаправленной кровати. От одной мысли об этом по твоему телу пробегает дрожь, словно тебя ударило током. Да уж, действительно, ух. Ух. Ладно, а что насчет третьей? Ну, какая-то крипи. Она какая-то безумная. Да-да-да. Подожди, это у меня в голове или у него в голове? А, пророк Санбой. Я тебе так скажу, дружище. От таких бежать без оглядки надо. А, есть же, знаете, на, как это, фетиш на... психически неуравновешенных женщин. Ну, когда они, конечно, не долбят себя по голове и так далее. Ну, короче, на психушечек. С одной стороны, да. Она выглядит совершенно сумасшедшей. А с другой, только подумай, что она может вытворять в постели. Бля. Челты. Ну вот черная цундере как будто, вот так вот кажется. Но если она не будет цундере, было бы классно. Выглядит так, как будто она высосет из меня все соки. Оставит лежать без сил. Без сил. И мне это понравится. Бля. Ух, какой сложный выбор. Нужно узнать больше о каждой из них. Точно. Точно. Узнать больше про Ксюшу, Настю, Алису. Ну, давайте Ксюшу. Нет, лол, Настя. Вот, эх. Гарем Настя. У меня просто очень много знакомых Настя. У меня это, жену Настя даже зовут. Мою вайфучку. Альтушечку мою. Тоже Настя зовут. Это вот это посередине Настя. Блин, ну Алиса мне нравится, потому что... Блин, красивое имя. Ну и Ксюша тоже классное имя. Ну, Настя. По идее, вот эта Настя должна быть. Вот это, потому что, как правило, все ебланы это Никиты, а все сумасшедшие это Настя. Всем привет, вы на канале Сурнов Никита. Настя. Розовая альтушка. Умело сочетает белые и розовые в одежде. Если точнее, только белый и розовый. Никогда не выходит из дома, не надев гольфики до колен. Характер покладистый, сговорчивый. Прекрасная хозяйка. В топовую комплектацию входит розовое кружевное белье и пижама кигуруми в виде розовой жабки. Такую пижамку я бы пожамкал! Не, ну пророк сам бы молодец. Ксюша. Черная альтушка. В стиле преимущественно использует элемент готик и эмо-стиля. Dead Inside. Не очень любит общаться с людьми. Характер спорный, очень замкнутая, наверное, версия. Лучше всего ее личность отражает ее татуировки. В топовой комплектации поставляется с множественным пирсингом и корсетами. Сас. Ой, что он сказал? Сас. Сасная. Сасная. Ну, блин, ну, я бы смог с такой... Именно если мы играем персонажа Скуфича, он бы не смог с такой жить. Я бы, ну, смог бы рассмешить такую, мне кажется. Но опять же, там как первое впечатление будет. То есть, если она зайдет, я скажу... Не знаю, типа... А на пизде у тебя татуировка есть? Если вот так сказать,
Ну, так понятно, такое начало будет плохое. Ладно, про нее сначала надо узнать, а потом уже шутить. Какие-то подробности надо узнать. И на эти подробности уже шутить. То так просто визуально такое себе. Алиса. Разноцветная альтушка. Абсолютно непредсказуемая личность. Свой гардероб строит на несочетаемых, казалось бы, на первый взгляд вещах. Обожает... Кого? Клоун-кор. В топовую комплектацию входит грим и сексуальное жабо. Послушный кашкажиной, конечно, не станет, но точно скрасит ваш нехитрый быт. Ведь... Эй! 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 Я вообще-то здесь! Что значит «скрасит ваш нехитрый быт»? Как будто я какая-то вещь. Чё? Вот так номер. Она со мной говорит? Или это просто какая-то фича с сайта? Блять, страшно врубай. С тобой? С кем же еще? Мне не нравится ее голос. И смотри в глаза, когда с тобой девушка разговаривает. А глаза мои выше. Куда смотреть-то? Ничего себе. Ничего не понимаю. Девочки, он не понимает. Алиса, чего ты опять разоралась? Ее парень озвучивает. Мне не нравится. Да вот, пришел еще клоун один нас выбирать. А, ну ок. Мне не нравятся их озвучки. Надо тогда еще Настю позвать, все равно захочет всех посмотреть. Где она? Не знаю, может быть опять залипла на вкладке «Прочие». В разделе «Получение разрешения на хранение и ношение оружия». Пойдет. Я люблю оружие. Ножи, пистолеты. Мне нравится. Есть что обсудить. Там только ты торчишь. Причем постоянно. Не постоянно. Просто время от времени. Чего у вас тут? По-моему, нормально. О, как раз тебя вспоминали. Бля. И реально как будто озвучивает Тянка, но при этом как будто Тянка хочет сделать... мужской голос. Вот такой вот. Чего хотели? Мы вообще-то ничего. Особенно я. Тут еще один скуф хочет себе альтушку. Понятно. Что-то они не позитивно настроены на это все. Ну че залип? Задавай вопросы. Почему они меня булят? Какие еще вопросы? Ну, ты же хочешь получить доступную альтушку по госпрограмме? Было бы неплохо, да. Значит, тебе нужно выбрать одну из нас. А это очень сложный выбор. А самое главное, необратимый. Ты видишь ее лицо? Это уже начинается Доки-Доки Клуб. Словно сама смерть. Она имеет в виду, что это важный поворот в твоей жизни. Чтобы лучше понять, какая альтушка подходит тебе лучше всего, ты можешь задать 3 вопроса. Всего 3? Всего 3? Не всего, а целых. Ты готов? Каким будет твой первый вопрос? Вопрос. Если честно, я даже не думал, что... Я же... Ты выглядишь глупо. Поуверенней. Вопрос. Кто победит? Акула или медведь? Скажи первое, что придет в голову. Скажи первое, что придет в голову. Какие парни тебе нравятся? Кому он обращается? Ладно, буду считать, что ко мне. Мне нравятся крепкие и уверенные в себе мужчины. Вы что тут забыли? Уходить. Стабильные и серьезные, целеустремленные. Она меня убивает. Чтобы хорошо знали историю, особенно настоящую. Настоящую историю? Подождите, настоящая это уже не история. Точнее, now это now. Ой, короче, иди нахер. Про Гипербарею, Атлантиду и Древний Рим. Гиперборею... Что такое Гиперборея? Я только из мемов про этих древних русов это слышу. Гиперборея, надо загуглить. А не ту, которую нам вдалбливали в голову просто для того, чтобы мы сдали ЕГЭ. Фу.
Фу. Короче, хочу просто нормального мужика. Чтобы любил меня и никуда не отпускал. Как думаешь, ты нормальный мужик? Вполне себе. А я хочу себе современного парня, который не стесняется платить в ресторане пополам. Пока что одни только плюс. Хочу повстречать романтика, который не водит девушку по дешевым кафе. Ну, подожди, в чем тут романтичность? Романтичность не от этого влияет, не от самого кафе, а от того, как ты и с кем ты, и как ты преподносишь. Вы можете ж пойти в парк. Не, ну даже там тупо в какой-нибудь в кофиксе посидеть, или там, не знаю... Ну, тут опять надо смотреть, дешевый кафе. Кофикс это дешевый? Кофе 0,3 за там 300 рублей это дешево? По сравнению там с каким-то Старбаксом это дешево, потому что в Старбаксе дорого. Я считаю, кофе за 300 рублей 0,3. Сейчас очень много классных кофейней. Там вот на Моросейку на Китай-городе съездите, там очень много классных мест, где на 1000 вдвоем можно прям ну, нормально посидеть. Там, ну, типа... Понятно, чтобы не обожраться, но приятно посидеть, что-то пожевать, поговорить. А может, часами гулять по парку? База. Это так здорово, и к тому же бесплатно. Согласен. И вообще, мне так надоели все эти глупые, тощие мальчики. Ой. А я тощий? Я вроде на массе, даже вон битку подкачал. Раньше такого не было. Раньше у меня рука была вот, ну вот как здесь. Было вот тут. Ну ладно, все. Хочу стабильного и крепкого мужчину, чтобы было за что подержаться. С волосами. Чтобы засыпать с таким в обнимку, как с гигантским плюшевым медвежонком. Ясно. Дэдди Бир. Ой, я бы с тобой тоже заснул. Бля. Лучше послушай меня. Надеюсь, ты не будешь судить меня строго. Многие считают, что я настоящая извращенка. Но мне нравятся мужчины постарше. Может быть, это потому, что когда я была маленькой, мой отец... Ой! Что это я говорю? В общем, я тоже хочу заняться сексом с толстяком. Ой, опять не то. Я хотела сказать, хочу укрываться твоим животом, словно кожаным одеялом. Стало еще хуже. Следующий вопрос, пожалуйста. Следующий вопрос? Уже? Спросить про хобби. А тебе нравятся видеоигры? Если да, то какие? Бля, он не спросил про хобби. Очень хороший вопрос, гражданин Скуф. Отвечу на него по порядку, твердо и четко. Опа, записываем. Мне не нравятся игры, за которые нужно платить много денег. AAA проекты? К тому же, их выпускают с кучей багов. Разработчики совсем офигели. Хотят, чтобы мы обновляли железо каждый год уже. Ой, ну это все звучит по-позерски немножко. А если играть на приставке, то картинка мыльная. Нет уж, спасибо. Есть крепкие, проверенные временем игры. Если ты понимаешь, о чем я. Doom. Первый, второй. Игры, которые требуют определенного вложения времени и денег. Но взамен щедро вознаграждающий тебя заслуженной победой. Время, которое ты проводишь в таких играх, твое и только твое. Dark Souls. Ты чувствуешь в них себя настоящим бойцом, настоящим победителем. Ну, это ну, мега Dark Souls. Мы понимаем друг друга? О, да, мы очень хорошо друг друга понимаем. Бля, она про танки. Скорее, покажи свой самый лучший танк. Погоди, надо выслушать остальных. Ой, знаешь, видеоигры — это весело, но я не очень хороша в них. Но мне они очень нравятся. Обычно я смотрю стримы или записи прохождений. Вот бы нашелся человек, который разрешил бы мне смотреть, как играет сам. У меня целый YouTube-канал есть для этого. Моя Настя его не смотрит. Ну хотя бы это будет смотреть. Я бы приходила посидеть рядом с тобой. Приносила бы тебе холодненького пивка. Я бы сидела тихо-тихо, ты не подумай. Когда нужно, я умею быть незаметной. Ох, я бы показал тебе, что я умею.
Пуш! А, не-не, Баунти Хантер! И у видеоиграх тоже. Ага, мне нравятся особенные видеоигры. Очень редкие. Редкие видеоигры? Типа инди? Очень специфичные. Ты, скорее всего, о таких и не слышал. Ведь если бы слышал, то уже бы сидел в тюрьме. Ща-ща-ща, придумаю. Какая игра? Если бы я слышал о такой. Прятки с педофилами, чё? Да, я шучу, шучу. Хотя, что плохого, если кому-то нравятся игры, в которых людям причиняют боль? Любые... А, Фиренхангер! Вообще, во многих играх причиняют боль и наносят увечья, если подумать. Просто где-то это мультяшное насилие, где-то это обосновано сюжетом. Да, а где-то это снаф-видео. Вот я люблю снаф-видео, классная игра. А где-то ты об этом даже не задумываешься. Кто-то скажет, что зомби и роботы не чувствуют боли. А мне кажется, что даже пешки в шахматах ее чувствуют. Спасибо, пока. По крайней мере, я на это надеюсь. Снова шучу. Да-да-да. Я ответила на твой верю, вопрос. Верю, верю, кстати, верю, а какой верю, был вопрос? Верю, верю, верю. Типичная Алиса. У тебя остался один вопрос. Спроси о том, что действительно для тебя важно. Не упусти свой шанс! Спроси про то, что и правда тебя волнует. Ну, так сразу нельзя, наверное. Мы же только познакомились. Ну, раз уж такое дело, другого шанса у меня может и не быть. Спроси о самом главном. Скажи, ты хотела бы поняшиться со мной под пледиком? Вопрос про секс. Заткнись, ты меня позоришь. Секс, 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 секс! Я не это имел в виду. Я отвечу первый. Согласно пункту 14.5 пользовательского соглашения сервиса Скуф-услуги, выбранная альтушка обязуется предоставлять вышеозначенному Скуфу весь спектр сервисов. В том числе и совместное пребывание в локации формата постель, кровать, раскладушка. В ванне нельзя, да? Также совместно накрытая обрезом шерстяной ткани уровня плед. Ебать. Все продумали до мельчайших подробностей. Под салфеткой. Иными словами, мой ответ – да. Няшица не самое подходящее слово, как мне кажется. Но я совершенно точно уверена, что для Скуфа, который меня выберет... Я буду готова практически на все. А по праздникам вообще на все. Даже от стропони. Кто лучше стропонит? Ну, черник. А, не Алиса, ёб 100%. Обожаю няшиться под пледиком. Только чёрт, давай сразу договоримся. Если ты хочешь няшить, то готов быть и отняшен сам. Да, я же говорю. Вот она. Think about. Мы поняли друг друга? Пора сделать выбор. Как же сложно. Ты понимаешь, что это, возможно, самый сложный выбор в твоей жизни, но в то же время и самый важный. Сегодняшний день разделит ее на до и после. Ты собираешь расползывающие во всем сраном мысли в кулак? Ну, по крайней мере, пытаешься. Ну, Настя, я уже выбрал. Я выбираю Настю. Милый, я так рада, что ты выбрал меня. Ничего, что мы сразу перейдем на ты. Мы же скоро станем так близки. Ты смотришь на это ангельское создание и не можешь поверить своему счастью. Очень скоро ты сможешь вдохнуть аромат ее волос. Просто потому, что ты гражданин своей страны. Не благодаря деньгам, внешности или уму. А просто по праву рождения... А, сладкий, правда, есть еще одна маленькая формальность. Для завершения процедуры оформления заявки тебе нужно заполнить некоторые документы. Это все бесплатно? Что? Какие еще документы? Я просто хочу получить свою... Я же уже залогинился, что еще нужно? Сладкий, ну не кипятись. Заполним пару скучных документов и сможем воссоединиться навсегда. Поверь, я и сама не могу дождаться. Блять, странно, ну ладно. Я помогу тебе и сделаю это максимально комфортным. Уж поверь, я это умею.
Свет отражается от экрана монитора, бликуя на ее глазах. Она подмигнула тебе? Или это просто игра света? Какая разница? О, какая она милая. А зубы сводит. Окей, окей, что нужно заполнить? Очень хорошо, давай начнем скорее. Немножко скучной бюрократии, и каждый из нас получит то, что заслужил. Плиз, без плохой концовки. Ты свою альтушку, а я... Ой, а я? А я? А я? Опа! Где-то что-то это самое. Впрочем, об этом пока еще рано. Ведь для начала работы мне нужно твое разрешение на использование персональных данных. Можно? Пожалуйста, пожалуйста. А куки? Как-то много она хочет. Тебе не кажется? Да вроде бы это стандартная процедура. Тогда или нет? Да, конечно, дорогая. Бля, как-то это подозрительно. Или да, конечно, дорогая. А это мы узнаем в следующей серии. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Заходите на Boosty. Когда выйдет хентай-версия этой игры, обязательно пройдем ее на Boosty. Все, всем спасибо за просмотр и бэ-бэ.